Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Короче, игрушка и плаг-инк, кооператив, точнее, друг против друга будем сражаться. Сегодня ютубчик и хлебушек постараются уничтожить весь мир. В общем, мы еще не особо профи в этой игре, но я думаю, вы знаете, что здесь нужно развивать свою болячку, пытаться всех заразить, а потом всех убить. Вот. Я играл только на мобильнике как-то в свое время, давным-давно. Так ни разу не выиграл, по-моему. А вот теперь Юля в роли... Кто у нас? Я, короче, хлебушек. Хлебушек кто у нас? Хлебушек... Хлебушек, это, согласись, жестко. Опасно, я согласен, что это на самом деле опасная тема. Я думаю, это уже предвещает беду. Думаю, никому не стоит объяснять, что тут нужно клацать на эти штуки появляющиеся, ну и потом на эти штуки ДНК, собственно, очки ДНК. Покупать всякие... способности, развивающие болезнь и, допустим, симптомы, которые развивают. То есть распространяют, точнее. Пока мы, типа, 50 на 50 идем, да? Пока я вообще не смотрю, что там делаешь. Ученые нами не заинтересованы. Я начал с Казахстана. Юлю я пока не вижу. Хлебушек, вот, если честно, мы пробовали уже два раза играть. Господи, хлебушек, я не знаю, Юля ни разу не играла. Как она так делает? Вообще, что за фигня сегодня? Это сила болезни, это сила хлебушка. Хлеб так, я лучше глава. Передачу. Да, еще какая? Можно сказать, я посмотрю, что у нас сильнее всего распространяет, и буду этим заниматься. Так. Прям в первую очередь. Все, пойду смотреть. Чуть не уехала у меня. Все, я смотрю. Смотрите, смотри, на этот хлебушек. Хлебушек опасный. Все. Он вытесняет просто-напросто. Сколько хлебушек заразил уже, как говорится. Да, дофига народу-то заразил. Блин, ну да, тут еще есть какие-то новости всегда были. Вот, но на самом деле здесь как-то неудобно читать. На мобильной платформе гораздо удобнее было. Сейчас тут это сейчас по-другому. Надо, ускорение. Тяжелее болезнь маленько была. Да, но ты, еще... ты там по полной, я смотрю, развлекаешься. Да, да, я стараюсь. Я не знаю, что Юля там тыкает, но у нее получается реально хорошо. Ты еще могу. Смотрите, о, давай, ютубчик, ну ты же ютубчик, ты же должен чуть-чуть отстоять. Смотрите, ну я понимаю, что хлебушек гораздо популярнее, но... Согласна. Чем ютубчик, но все-таки как же так? Я буду стараться, я буду... Мне надо очков поднакопить. Для хлебушка. Конечно. Так, больных, как сказать, как бы тут весь мир-то выделить, чтобы... А, вот мир, отлично. Так, все, кого-то исследовать начали, тебя, что ли, или меня? Нет, меня не исследуют, вроде. Какого черта, я, видать, какой-то симптом переборщил. Ты что-то откатываешь меня, ноу. Да, откатываю, слушайте, наконец-то, ну надо же, как запись. Хлебушек, пошло, дед. Так, тихо, стоямба. Отлично. О, ютубчик до половины дошел. Молодец, ютубер. Давай, гони. Ютубер, да. Так, ща, ты давай к мне. Я как представитель должен все-таки отстаиваться. Нет, не уходите. Я ведь всего лишь Казахстан заразил. Так что... этого достаточно. Правда, Афганистан прихватил еще с собой. Опа, хлебушек, что-то там. Все, мягче наделал. Опасно, однако. Так, ладно, я посмотрю симптомы. Я симптом. Очень мало заразила как-то. Так, что бы такого не опасно. Симптомы не хочу сильно развивать, потому что они палевность создают. Меня согласна, начинают замечать. Что-то я там тебе нажал, чтобы ты не заражала. Все, ты запалил, где я. Я запалил, где Юля желтым показывается. Я не знаю, вообще здесь приближение нафиг нужно. Для чего там что рассматривать. Камеру придется... Ребят, вам придется нас слушать, вот честно. Да. Слушайте, иногда видеть тыканье, как вот так. Я отвлекся немножко, надо пора уже это что-то делать. Надо устойчиво сделать к странам различным. И чтобы таблетки не помогали. Придется мне комментировать то, что я делаю. Все-таки правильно. Что-то вы должны слышать. Я не буду комментировать. Так, вы увидите Юлю лечат, результат. Юлю лечат. Меня лечат уже 1%. Да. Что же вы творите, все, друзья? Отлично. Я еще одно, что за... творит Лионель Месси? Ё-моё. Есть такая штука здесь, вот эта. Вот, нам другую часть мира заразить, и тогда все окей будет. Раньше этого не было, если я не ошибаюсь. Ну, во всяком случае, в ранних версиях на мобилке. Уже 2%. Такого не было. Юлия всю Африку там зафигачивает. Это опасно. Такс. Пойду посмотрю, что... Так, только закрыл, появилась еще одна. Что? Еще одну страну. Меня зовут. Начали уже потихоньку изучать. Ой, я нечаянно чуть не закрылся к чертям. Да.
Так, так, так. Юля изучает. Это, в принципе, для тебя это хорошо. На руку, да. Да, для меня вот нет. Так, умение. Так. Чтобы тебя побыстрее, что ли? Вот давайте, лечи, не ищите не ее надо, там, ищите по полу. Так, устоямба. Так, я вижу, что Юля делает. Все, отлично, еще. Я там, блин, да посмотрите на этот хлебушек. Так, что у меня? Лечение облегчено на 5%. Ты что там изучила, слышь? Чего? Не знаю ничего. Как-то нехорошо получается. Это заболевание представляет большую угрозу. 20%. То есть, короче, на тебя там охота началась, я спрашиваю. Да. Так что бойся, задница. Что это у нас так разблокирует активную способность, которая... Беда. Так, вот сейчас я могу сфокусировать, чтобы тебя прям быстро выпилили нафиг. Но, ладно, я пока займусь другими вещами. Мне... Ты что имеешь против хлебушка? Я все имею, так как я ютубчик. Здесь уже некоторые страны позакрывались к чертям. То есть не добраться через самолет. Да-да-да. Я думаю, знаете, да, то, что распространяется с помощью транспортных всяких это кораблей. Вот, о, пошло могу, дело, как пошло. Как ты там, Гренландия или что это там? Да, такое? Кстати, с ней вот я помню, когда играл на мобильной версии, там вот реально, чтобы ее заразить, это была проблема. Давай, давай, ютубчик, ты пошел, молодец. Слушайте, у меня столько очков ДНК, нужно срочно развиваться. Развиваться. Мир сосредоточен на лечении хлебушка. Хлебушкой. Да, у меня, кстати, это застопорилось развитие. Да, у меня куча ДНК еще. Срочно нужно развивать. Ну, я смотрю, ты, короче, Мишка, сейчас тоже поднатаскался. Да, да, главное, чтобы сильно не палиться, не палиться. Так, вот, чтобы плохо люди работали, медленнее. То есть, есть такие симптомы хорошие, которые усложняют работу ученых. Ну, понятно, понятно. Типа, замедляют, вот, путаются, путают. Так, надо... Мне главное... Твой хлебушек, я в тебя верю. Так, все, ладно, я пошел смотреть, что у меня на главной карте. Ой-ой-ой, это все вперемешку. Все, и меня начинают лечить. Тебя тоже. Да-да-да-да-да, все становится гораздо все, сложнее. Все, все, хлебушек, хлебушек, смотрите, что творит, он меня сейчас зажмет. Что творит Лионель Месси? Нахрен хлебушек пошел, надо что-то срочно делать. Ну-ка, что такое, дайте. Блин, мир начал меня изучать. Ё-моё! Я вот Юлю нужно срочно из игры убирать. Пусть тебя там по-всякому мутузит. Но мне нужно, Юль, извини. Давайте лечить ее нафиг. Ну, все с тобой ясно. Извини меня. Извини, хлебушек. Нет, не извини. Хлебушек тебя не простит, он тебя заразит. Окей, окей. Что у нас еще тут есть? Блин, сколько очков надо, много. Да-да-да. Там, если что, можно откатывать потом в дальнейшем. Так что не переживай по этому поводу. Так, остается только смотреть и ждать. Сколько у Юли? 57. 57. Ну, 58 может... можно. Ой-ой-ой, ничего не надо откатывать. Вот барашка вдова еще. 60-61. Че, ей все плохо? Все я на тебя, я на нее сконцентрировал. Я надеюсь, я думаю, что это я сделал как бы. Слушайте, а самолет-то что не летает? Давай, перелетай в ту сторону. Вот еще какая-то ерунда появилась. Че, посмотрю, что. Не знаю, что такое, стойте, погодите. Она даже не пишет. Я не посмотрю, что это за навык, короче. Пофигу. Все лечат от хлебушка. Что-то тут делается. Вот здесь это я что-то делаю. Я, если честно, опять же, повторюсь. Сколько она стоит? 35 очков. Во, по полной сейчас будем распространяться везде. Ой, тихо. Так, у Юли 78% ее... У меня 63, кстати, меня тоже быстро. Быстро изучает. У меня 81, это нет! Вы что, издеваетесь? Ё-моё, это... 84. Неужто случится то, что нас обоих сейчас нафиг выпилят? А? Нет. Это бред, нет. На самом деле. Так, надо... Не выпиливайте. Так, отсюда вот сюда, срочно. 96%! Все, да сейчас я... Сейчас Юль начнут выпиливать, а я как вовремя тут спохвачусь и всех заражу. И буду царем мира. Все, я что-то развила. Так, сейчас все, но развитие. Мне... О, слушай, это мне чуть-чуть помогло. Оттянуло, да? Да. Твою смерть. Блин, ну смотрите, ну ютубчик никто не смотрит практически вообще. Когда уже? А когда я выиграю вообще? О, сколько очков дали. Когда ты выиграешь, когда всех людей заразишь. Видать, еще есть вон там. Все, 100%. Все, все, я смотрю, вон графа пошла, графа. Так, ну как сказать. Нет, все, все, хлебушек умирает. Все, практически, так, это мне на это не хватает ДНК. Все, я вижу, как у Юли рассасывается нафиг.
И самое смешное, я практически никого не заразил. Да, у меня тут повышается. Я заразила всех, но меня вылечили. Практически всех. То есть не хватило тебе чуть-чуть. Вот. Ну ничего, я предлагаю второй раз еще сразиться здесь, перед тем, как перейти в кооператив. Да. Тут есть режим кооператива, когда мы вдвоем будем. Просто кооператив, он реально суровый. Прям жесткий. Согласна. Вот. Даже не имею. Я жду, пока... Да, я, еще... короче, сама себя убила. Вот так. Все. Хлебушек. Победа. Вот так я выиграл. Таким способом дебильным. Ну ладно, я предлагаю еще один раз сразиться. Да, давай. Короче, ребят, мы, походу, вам наврали по поводу продолжения сражения. В общем, будем играть в кооперативе с Юлей. Бактерии... Мы же будем вместе захватывать этот грязный мир. Самое главное, что наши бактерии — это Ферамир Азлагор. В общем, реально, это было лето 2016 года. Да. Творил свой канал. Мы попробуем завоевать как раз весь мир. Пропустила. Так что я буду прекрасно видеть, что Юля делает. Ты начал не с того, как обычно, или с того, как обычно? Я начал как-то по-другому, Юль, если честно. Здесь появятся другие немного навыки. Я не знаю, как Ферамир, нужно начинать с чего-то сопливого. С кашля и сопель, мне кажется. Ну ладно, я даже не знаю. Если что, как бы нам нужно очень аккуратно, потому что здесь выпиливают только так. Здесь на средней сложности легкую нельзя поставить, нету, к сожалению, ее. Вот, ну ладно, я пока лучше, Юль, меньше симптомов, серьезно. Я вообще пока ни одного симптома поменьше не ставлю. Поменьше симптомов, побольше соплей, ясно? Я пока сериал пытаюсь наладить перенос. Хорошо, свои, это как загружать, как правильно, видосики. Да-да-да. Грузит вот везде, аплоуд. Я вообще, на самом деле, решила совершенно другого места начать. А ты с какой страны началась? Я с Мексики. Да? Я думаю, где же, как не там. Странно. Начать в канале. Я начал с России, стандарту. Я думаю, тебе нужно, надо будет другой какой-нибудь, с Украины, например, начать. Да, рядышком здесь были бы. Нормальный, так. Я вижу, как Юля здесь все прокачала. У нас особенно главное, это грызуны. Хороший способ распространения. Вот. И домашний скот. Да. Это, да. Я думаю, для таких бактерий это замечательно было. Так, ладно, что у нас? Еще пока нас никто не изучает, мир спокоен, он еще пока не подозревает. Да. Пока в трендах еще пока. Ладно, отойдем от этой темы Ферамир Азлагор, уж мы так ради прикола назвали. Да. А не ради, как, ради забавы. Все, сейчас еще надо. Перейдем к прямому, как сказать, геймплею, чтобы выиграть. Через воду так дорого стоит, это вообще 31. Так это второй просто. Нет, скорее вот всего. Это штука, ну это серьезно. Такая. Слушай, я заражаю, в принципе, много что. Я так что должно получиться. Заражаю. Так, пошло, поехало. Нас еще пока никто так, не стой. Изучает, да? Бонус заразности у тебя какой-то у Злагора. У меня? Ты что-то да, вот два летальных убийства у тебя. Короче, что ты там? Откуда? Что у тебя? Может, у тебя вот из-за того, что ты выиграла, получал какие-то гены дополнительные, не знаешь? Может, что-то у тебя это есть? Слушай, у меня прям замечательные дела идут, на самом деле. Надо, правда, очень аккуратно. Я только передачу пока. Но надо еще умение будет прокачать. Что это у нас? О, перестроиться. Это только потом потребуется, надеюсь, когда нас просекут уже. Ну, а пока... Я медикаментов на всякий случай прокачала. Ну, да, в принципе, надо. Пока болеет уже как-никак 56 миллионов, 60. Но на самом деле, пока не прокачиваешь симптомы, получаешь очень мало бонусиков. Ну, как сказать, я симптомов мало прокачал, если честно. И мне норм. Я вон болезнь более устойчивую в жарко-холодных странах сделаю, чтобы нормально... куда? Так, все, Юля! Чё? Это хрен началось. В тебя, короче, Азлагор да выцепляет. За что? Азлагор вообще ничего не сделал. Пацан к успеху шёл. Шоколад не виноват. У меня вроде 0% пока. Ну, пока да. Далее хуже будет. Так, пошло дело, пошло. Так, я даже не знаю. У вас написано, что тобой заинтересовались. То есть пока еще не лечь, так что ты давай там. Надо аккуратнее. Про пилюлю не забывай. Я пока передачу посмотрю, что еще тут можно запилить. Так. Побыстрее как бы распространиться-то мне. Увеличение, вон есть, увеличение заразности вашего партнера. Да, то есть ты меня посильнее сделаешь. Слушай, и что-то со мной тут? Да?
Да. О, я куда-то что-то заразила. Молодец, поздравляю. Я так, на другой континент, обнаружена новая болезнь, обнаружена... Все, исследование лекарства начато. Вот, все. Короче, надо изучить обязательно, чтобы он, вот эта вот болячка, тяжело исследовал. Все, изучает Феромир. В лаборатории изучает Феромир. Да, да, слушай. Прокачай, я тебе отвечаю. Так, зайди стой, в стой, эту. Стой, стой, стой. Где, чего? Вот смотри, в захочешь умение, а вот, блин, я сначала прокачал вот это, и потом вот открывать это. Вот это. Угу, да, хорошо, прокачать. Спасибо за совет. А то меня сейчас выпилит нафиг. Нет, забанит, надо, застрайкают надо уже. Надо аккуратно. Окей, окей. Ну я, в принципе, много уже подзахватал. Сейчас я буду через кровь передаваться. Отлично. Все, отлично. От меня не скрыться. Аккуратней, да. Блин, как меня раны начали. Я прям аккуратно, аккуратно. Давай. Да, слушай, у тебя уже две лаборатории изучают. Вообще. Ты причем прям... самое интересное. В первую очередь прокачивает. В Афганистане это. Меня и в Египте меня. Такие разные вообще. Что я им сделал, я не понимаю. У них вообще мало заражено. Вся Россия уже погрязла в этом Феромире. Я мало вообще и кого ничего. Заразила. Так, ладно. Это сколько нужно? 26 очков. Ну, практически, кстати. Скоро получу. Ничего страшного. Да, давай, 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 сейчас получу. О, еще кого-то заразила. Отлично. Так, у меня отлично. Уже сейчас серьезно начну. Прокачивай. Да жду, у меня... Сколько там надо? Очко не хватает одно. Сейчас наберется. Окей, все. Все, прокачал? Все, да, готово. Три лаборатории. Правда, почему меня еще не лечили? Да вы офигели. Лечили, потому что я, наверное, симптомы не прокачиваю. Чего ты такая за... Мне теперь Пакистан еще решил изучить конкретно, Феромира. Да, слушай, ну, кстати... все Феромира изучают. Что это за симптом? А такой? Потому что, смотри, ты Феромир больше прокачался, чем я. Думаешь? Чисто из-за этого? Да. Я даже, я смотрю, как ты поменьше популяции начала. Да. А чем мне тебя не показывают желтые? Странно, вот только вот, вот здесь. Это а все... я только здесь. То есть маловато, да? Ну, мы с тобой перемешали. Так я... А, нет, это только там. Да. Ах ты, вон какая. Интересно. Ну, знаешь. Так, ладно, нужно что-то менять. Нужно что-то изучить дополнительно. Что-то такое. Я, короче, теперь буду в жарком климате выживать. Молодец. Попробую я уже там посмотреть. Давно выживаю. Ну да, видно то, что ты так больше вот заразил людей, намного причем. Здесь. Ну ты, считай, суражку заразил. Ну все верно. Все мне верно. Сложнее, у меня страна маленькая. Как бы, я 24%, ё-моё. Ну да, ты тихо сидишь, там еще неизвестно. Да. Я боюсь, что меня сейчас начнут прям. О, вон ну. Я еще какую-то страну заразила. Так, отлично. Давай, 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 разбивайся. Блин, ничего не сделаешь особо ты. Кто-то там еще у меня. Почему у меня... Западная Африка решила меня еще изучить поподробнее. Вы что, ребята? Я могу сделать увеличение смертности тебя, в общем. Тогда меня вообще сейчас выпилит нафиг. Я вон сделаю перестройку. Блин, мне надо подкопить баллов, чтобы... А-а-а! Ща, все, Феромиру капец. Срочно что-то надо делать. Практически, практически, что такое? Как-то быстро. Так, кража небольшой. Так. Мир еще просто об Азлагоре не подозревает. А, что делать? Так, все. Через воду передавать. Штаммов. Так, вот что-то нужно срочно. Передайте партнеру. Ты можешь, по сути, с одной стороны, может сделать так, чтобы быстрее меня изучали. Сейчас. Типа вот, на меня все, я кое-что другое изучил, чтобы меня дольше... А, у меня уже лечит вовсю, пока я тут тусовался. Да? Все, сейчас Феромиры победят, Юр. Прости, я не смог ничего сделать. Серьезно. Все. О-о-о, Россию излечили. Да. Да, сейчас Феромиры не будет, Юр. Нет, меня потихоньку... Я пытаюсь... Меня начали изучать, правильно? Козлы приключились. Нам капс, да, я могу сказать. Нормально. Сейчас еще... Сколько тут надо? 27 очков. Может, хоть что-то продать? Ладно, я буду биться в агонии, короче, стараться. Ты знаешь, что прокачал? Ты у меня ДНК стырил, и что-то прокачал. Сейчас, погоди, я как-то... Блин, я и хотел откатить. Давай, откатывай все нафиг. Нельзя это откатить обратно. Откатывай, откатывай, блин. Походу, я сейчас там... Так, откатить. Давай, 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 откатить. Хотя бы очки... А, не знаю, что я натворил. Все,
Фирамир был истреблен. Да, да, я все еще могу. Ты сейчас ты типа будешь мне помогать. Да, короче, собирать очки. Короче, я не знаю. Вот такие мы игроки. Ну, может быть, у Юльчи получится. Я буду. Так что ты не беспокойся, ты можешь спокойно прокачивать. Я пока по миру полетаю, посмотрю, как я тут в России гулял. О, слушай, ну у тебя. 24 очка у тебя. Так что все в порядке. Ну да, в принципе. Как у тебя там с лечением? У тебя 6% только изучил. Офигеть. Я смотрю, как Юля заражает. В принципе, нормально. Отлично. О, ты да, собирай. Собираю, собираю, не беспокойся. А, кстати, я тоже могу, что ли, тебя прокачать? Да. Не, ну давай ты сама, у тебя тактика лучше. Я лучше очки собираю, ты там есть что развивать. Так. 40 очков. Короче, надо максимально заразить количество человек. И потом, как только бохнуть. Да, так, чтобы смертность, они... чтобы сильно была. 52 очка. Юля, слушай, ну неужели? Может быть, Злагор все-таки сможет завоевать все нафиг. У тебя 60 очков, Юль. У тебя покупай да покупай, сиди. А почему, слушай, у тебя 60... Что покупать-то? Он еще в пресной воде пускай. Нет, только без симптомов давай. Там... Я симптомы... не улучшала. Слушай, у тебя даже было 19%, как мне показалось. Давай прокачивай, прокачивай. 76, Юль, столько потенциала. Так мне сейчас что, можно уже передачу, тяпать? Передачу, 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 передачу. Вот, а сколько надо-то сюда? 30 очков. А почему? Мне еще не хватает. Сейчас прокачается. Слушай, а что я... Все. Что-то не понял, а что мне 94 надо? Стойте. Юль, я сейчас все сделаю. Меня уже начинают изучать. Что происходит? Что-то не понял. Я почему-то в рашке не могу. Мне надо, скорее всего, от холода, от холода. Я могу хоть холода. Что-то сделать? Мне нужно 31. Короче, так. Симптомы пошли. Слушай, я походу сам как-то по себе еще-то, что ли? Я что-то не понял. Юль, серьезно, оказывается... Миш, ты почему ничего не делаешь? Я не знал! Я, оказывается, могу, по сути дела, еще что-то делать, тебя развивать. У меня отдельные очки, оказывается. Я не тебе суммирую-то. Какого черта? Странно. То есть, что-то я не совсем понял. Что-то я, короче, там развила. Рашка, Рашка, смотри, смотри, как она заражается. Хорошо, хорошо. Сейчас надо только подкопить и прям... Помирают там уже. Ё-моё, они уже, вон, смотри как. Все, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Увеличить смертность болезни от вашего. Так, все, сейчас, я сейчас не знаю, что я делаю. Может увеличить, чтобы лихорадка была? Делай все, короче, мочи, руби. Все, давай, короче, развиваемся вовсю. Чтобы вы не успели вообще ни хрена сделать. Так, нас 100%. Блин, слушай, мы так близки были, может я ступил что-то. Все. Ай, мы были близки, как никогда. Короче, ребят, если там пишите, советуйте, что на самом деле надо было, какие тут я успел. Спасибо. Какие операции надо было сделать. Я еще протупил, я думал, это общие очки. А сижу такое, Юлю прокачиваю, а у нее не хватает. Блин, вот... Ай, ладно. Туда им и дорога, как говорится, этим бактериям. Влипли, как говорится, очкарики. Нельзя еще что-нибудь устроить. Да, короче, в этот добрый вечерочек да. у нас ничего не вышло. Закончился. Передается. Не знаю, я уже все подряд жмакаю. Да и все уже. Можно не рыпаться спокойно. Сейчас, может, кого убил. Все. Ну, даже не успел нажать. Злагор убил ноль, Фирамир убил ноль. Мы мирные бактерии. Просто так заразили. Шуму подняли, просто собрали. И все. Ладно, я думаю, на этом стоит закончить, ребят. Пишите там советы. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.